Всем привет, мои хорошие, меня зовут Виктория, это значит, что вы снова на моем канале. Сегодня у нас вот такая, я даже не 1222-кусочная фигурка Horizon Forbidden West. Я вам немножко его даже покажу, вот так отодвину. Telnek он называется, вот такая вот огромная штука. Давайте покрутим коробочку, что у нас тут есть, вот так он выглядит снизу вверх. Вот так он выглядит в экспозиции вместе с Элис. Вот это вот. Или Элли, как ее? Элли, по-моему, да? Мам, переверни коробочку. Там. Перевернуть коробочку? Сейчас переверну, смотри, да. Вот, вот тут написано... самая важная информация. Написано, что от 0 до 3 нельзя. Но так как тебе уже... Но так как тебе уже 3,5 можно, да? Ну да. Все. А маленьким детям? А маленьким детям нельзя. Ну, ты у меня уже взрослая уже, да? Да. Ну, все, значит, будешь помогать сейчас. Вот так. Она, как вы понимаете, не просто так куплена. Мам, она... я люблю помогать. Ты любишь помогать? Я тоже люблю, когда ты мне помогаешь. Вот, она куплена, чтобы у меня была вот такая вот приставочка. Спасибо. PS5 в ревизии Horizon. И рядом с коробкой я поставлю собранную вот такую фигурку на шкаф. И у меня будет вот такая вот красота вместе. Да, Маш? Сейчас мы будем этого робота собирать. Здесь не маленьким мать. Нельзя. Но ты же у меня уже не маленькая. Нет, я большая. Ты большая. Да. Давайте ближе рассмотрим. Ты выросла, выросла, выросла. Так, ты уже выросла страшно. Вот да. Так вот. Там она сверху его дезактивирует вот тут вот. Но ладно, давайте еще... открывать. Я его чуть-чуть вот тут надорвала. О. На самом деле, я не знаю, зачем ее делать такую большую. Нутро реально намного меньше. Ну, не намного, но на треть так точно. Поэтому зачем делать такие высоченные коробки, я не знаю. Может, для красоты? Или чтобы дома место занимало. Ну, сейчас мы ее поставим вот так. Мам, вот. Я поставила коробку. Вот, вот здесь. Так. Молодец. Давайте посмотрим. Раз, два. Это восьмой, первый, пятый, четвертый, третий, второй и девятый. Или это шестой? Шестой. Так, всего 8. И планочка. Планочка это для вот этой вот, скорее всего, вот видите, зеленого основания. Вот здесь написано. Так. Мам, ну здесь что, написано, давайте немножко полистаем. Здесь написано. Мир Horizon. Ну, чтобы вы понимали, на самом деле эта штука довольно-таки редкая, потому что, скажем так, по вселенным игровым делают, вот по Марио есть, еще про разные вселенным там. Но вот по Horizon это как-то, знаете, совсем в ногу со временем. Только вышла игра, только вышла консоль, вон все только-только как бы ну, в обороте, да, и люди выпустили прям. Мне кажется, это будет какой-то эксклюзив, который вряд ли надолго задержится. Вот он сейчас немножко попродается и останется. Видите, здесь не только есть, но есть арты. И котка пристала. Ой, зайка, я очень рада. Вот сама героиня, вот ее... версия Лего, вот, ну и здесь начинаются сборы, подставка это раз, два, три, сама фигурка, все остальные с восьмой, ну и называется погнали, начинаем с главной героини, поэтому давайте посмотрим, да, здесь наименование всех деталей, я уже собирала, вот такая она будет в конце, вот, в общем дело это долгое. Мы сейчас с Марусей немножко начнем, потом я, конечно, без нее продолжу, потому что я вряд ли... Маша. Да, Маша, ты Маша. Ты не Маруся, да? Вот. Ну, вот такая вот, ребятки, красота. Вот такая мам, красота. Да, мы уже просто готовы. Мы тут уже, на самом деле, она у меня лежит дома 2 недели. Ребенок уже весь извелся, поэтому мы, наверное, начнем, а вы посмотрите... ускоренной записи. Мам, а потом я вам в конце покажу, как она выглядит. Я не икаю. Потому что Маша не икает, да? Молодец. Ну все, мы начинаем. Thank you.
моим мучениям пришел конец. Наконец-то я закончила сбор, потому что у меня ушло на это 2 дня. И даже дело не в том, что у меня ушло 2 дня, а в том, что день у меня ушел на то, чтобы отбивать от ребенка. Потому что я собираю, она разбирает. Я собираю, она разбирает. В общем, вот так. Вот такая вот получилась конструкция. Вот сверху, видите, на блоке деактивации. Вот. Даже есть в комплекте наклейки. Вы наклеиваете их, по-моему, 8 штук на всякие. Вон она тоже такая крутая, с татуировками. Вот, видите, наклеечки по бокам. Вот. Вот так. По кругу. Что? Ну, давайте покружу, покажу, как выглядит. В сборе, мне кажется, она, конечно, немного перегружена деталями, что ли, я не знаю. Ну, и, короче, всего очень много. То есть вот этот вот блок, деревья, кусты маленькие, этот робот, какие-то вот эти вот деревья, цветы, светофор. Вот. Ну, как-то вот все вместе. Мне почему-то кажется, что очень перегружено. Ну, я не знаю, конечно, это у меня первая такая вот. Ну, вот. Вот вам сравнение. Коробка, собственно, один в один показывает. Вот такой маленький робот. Сейчас я его сниму, вам покажу. Он такой под динозавра. Крепится он. Вот у него такие лапки. Где вторая? А, вот он. Две лапки. Вот он такой. В принципе, красивый, очень похож. Легко одевается, вставляется. Вот, вот так нажимаешь, и все на месте. Вот такой какой-то светофор а-ля Лиана. Что тут еще из мелких таких? Ну, вот видите, всякие цветочки. Это нога. Это защита брони на ноге. Вот такое вот дерево, я так подозреваю, типа солнечных батарей. Вот. Ну, самого ближе покажу. Вот у него такая трехкогтистая лапа, которая стоит там такие 4 штырька. То есть ты вставляешь его. Я, наверное, вытащить, не разломав, не смогу. Вот он. Ну, так-то он не очень устойчивый, потому что он большой. Вот. Но когда вставляешь, конечно, он прям становится. Вот тоже наклейка, видите? Вот какие-то мечи у него такие вот, которые кружатся. Вот на попке какие-то такие, хвостики непонятные. Это он, наверное, когда злится, у него, знаете, какое-то раздувается такая. Вот так. Что? Кто на меня залез? Кто тот? Сейчас ты меня получишь. Ну, конечно, не получит. А наоборот, я бы даже сказала, что получит он. Он не совсем наклейку наклеила. Хорошо. Ну ладно. Переклею потом. Ну, вот так. Все. Ой, вот видите, вот я говорю, мелкие это самое. Вот только тут что-то сразу падает, то цветок, то дерево, потому что все такое мелкое. Вот такая вот фигура теперь будет стоять у меня дома возле коробки с приставкой, чтобы ей не было скучно. И они, конечно, будут друг друга очень сильно дополнять. Так что все, ребятки. Вот такой у меня мини-обзор. Надеюсь, вам понравилось. Это самый большой конструктор, который я когда-либо собирала. Надеюсь, что это не последний. И я еще что-нибудь приобрету. Все. Пока-пока. До скорых встреч. Играйте только в хорошее.